Двое молодых жителей Ганы решили дать отпор индустрии быстрой моды. Они вдохновляют сверстников покупать подержанную одежду и обувь. Принц и Джеймс открыли магазин на рынке в Акре и назвали его праздником винтажа. Покупателей уже много. Мы просто хотим вдохновить всех бережливо относиться к старым вещам, поэтому больше не называем подержанные товары второсортными. Мы хотим показать людям, что покупка винтажных вещей сокращает отходы. Каждую неделю в Гану из западных стран и Китая поступает 15 миллионов единиц подержанных одежды и обуви. Большая часть проходит через Кантаманта в Акре, один из крупнейших вещевых рынков в Африке. Но все же почти половина того, что привозят, попадает на свалки. Если вы носите подержанную одежду и не покупаете новую, то помогаете окружающей среде, поскольку не потребуется тратить сырье на производство новой одежды. Владельцы магазина несколько раз в неделю просматривают горы подержанной одежды, чтобы найти в них настоящие жемчужины. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.